бизнес-молодость – это больше мотивация, больше комьюнити, то есть это какие-то правильные ориентиры. Я занимался продажей металлической мебели очень долго. За 4 года я сменил 4 должности, от самой низкой там, менеджера в зале до руководителя региональных представительств. У меня было 6 человек в подчинении. Я год занимался отлаживанием процессов на представительствах. Но параллельно с этим у меня был бизнес. Я занимался видеосъемкой музыкальных клипов. И, в принципе, видеосъемка мне всегда нравилась больше. Я поехал со своими друзьями на Одесский кинофестиваль, познакомился там с московскими продюсерами, которые занимались фильмами, серьезными проектами. Пообщавшись с ними, я понял, что то направление, которым мне хочется заниматься, это все-таки видеосъемка, то, что мне ближе, то, что мне нравится. Я приехал с фестиваля и уволился. Думал, что предпринимательская деятельность достаточно легко, можно быстро заработать деньги, но знаний было недостаточно. Я полгода тыкался от одного источника лид-гена к другому, постоянно что-то пробовал, у меня ничего не получалось, была постоянная каша, аренда офиса, непонятно что. То есть бизнес представлял себя хромой на 4 ноги лошадь. То есть не было никакой несистемности, ничего не было. То есть было желание работать, и больше ничего не было. Потом один мой знакомый пригласил меня на открытое выступление БМ, как оно было первое в Киеве тогда. Я пришел туда, мне рассказали некоторые фишки, которые я понимал, рассказали некоторые идеи, которые мне были очень близки, и я понял, что это то обучение, которое мне было необходимо. Но проблема была в том, что денег у меня не было. У меня не было денег даже заплатить за интенсив. Когда я работал в компании, мой личный результат был порядка 2000 долларов. Но когда я перешел в бизнес, он был порядка 400 долларов. Клипы жестко пошли на спад, и я придумал себе фруктовые букеты. Заявки пошли в первый же день, как мы пустили рекламу. У меня не было денег заплатить за интенсив, но пока шло 2 дня интенсива, я нашел клиента, уговорил, получил предоплату. Когда начался коучинг, у меня уже были деньги заплатить за коучинг. В первый же месяц я заработал 1200 долларов, еще через месяц я заработал уже порядка 2000. После коучинга в мае я заработал 9000. Внедряя те инструменты, которые дает БМ, и та среда, которая в БМ есть, в принципе, это очень сильно мотивирует и очень сильно дает такой толчок к развитию и к действиям. То есть те действия, которые я предпринимал на протяжении полугода до БМ, и те действия, которые я принимал первые 2 недели во время БМ, то это разница большая в результате. И очень важно, когда ты общаешься с теми людьми, у которых результат в разы выше, чем твой. Когда ты попадаешь в эту среду, ты понимаешь, что вот те люди, которые должны тебя окружать, то, что тебя мотивирует к росту, то общество, в котором тебе приятно, то, что я нашел для себя. Там, к примеру, я имел очень отдаленные понятия о лидогенерации и очень отдаленные понятия, откуда берутся клиенты и как. И когда я начал вести воронку, то есть то, что, в принципе, БМ предлагает для всех как бы в обязательном порядке, для того, чтобы люди ориентировались в том, что они делают, а воронка для меня стала таким вот как бы открытием. Раньше я занимался привлечением клиентов, руководил всеми теми людьми, которые там работали на проекте. Когда я начал заниматься воронкой и начал считать цифры, я понял, что гораздо больше удовольствия мне приносит понимание и анализ, и нашел в себе вот такую ключевую компетенцию. Я очень хорошо работаю с цифрами. Ты должен понимать, сколько ты вложил денег в рекламу, какая реклама выстрелила, какой она дала ROI, то есть какие деньги, сколько клиентов, сколько стоит тебе этот клиент, какие направления лучше развивать, в какие деньги не вкладывать. Это очень важно. Когда ко мне пришел партнер, и мы решили все-таки заняться фруктовыми букетами, у нас не было ничего. Первое, что мы сделали сайт, внедрили все триггеры, я проанализировал рынок, понял ключевые моменты, да, на которых можно сделать конкурентные преимущества, и вывесил их, в принципе, на сайте большими буквами, для того, чтобы всем было понятно. Очень сильно работает бесплатная доставка. Казалось бы, это смешно, ну и, в принципе, для всех понятно, но почему-то мои конкуренты не понимают, что стоимость доставки можно заложить в стоимость продукта и при этом выиграть. Многие фишки я делаю бесплатно. Очень сильно работают отзывы, очень сильно работает мейл-маркетинг, смс-рассылка, очень сильно работают кросс-продажи. На примере фруктовых букетов, интернет-магазина фруктовых букетов, я внедрил очень много техник БМ. Одни скрипты чего стоили, как бы оно повышает конверсию из звонка
в продажу на порядка 20%. Сейчас самая активная работа ведется по увеличению количества продаж. Вот это наши основные сейчас задачи. Когда я выведу производство на какой-то автономный режим, что мне не обязательно будет проводить там 2-4 часа в сутки, я буду заниматься развитием следующего направления. То есть это вот основные планы, которые на ближайшие пару месяцев. Когда сидишь в офисе с 9 до 6, ты видишь только компьютер и свой офис, и те проблемы, которые на тебя сгружают. Когда ты занят бизнесом, своим бизнесом, когда ты занимаешься теми вещами, которые тебе нравятся, видишь, какой эффект они оказывают, это гораздо приятнее и интереснее.